Никаких продаж и чартов, Лолита осталась без работы из-за санкций. Помимо Милявской, пострадают и другие видные российские артисты. Переболев коронавирусом, Лолита никак не может восстановиться окончательно, чтобы давать концерты и начать записывать свежие треки, однако теперь артистке об этом можно не беспокоиться, ведь дистрибьюцией ее новинок заниматься попросту некому. Самая крупная в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает работу подразделения в России. Медиахолдинг напрямую занимается продажами и промо новых песен Лолиты, Элджея, Noize MC и многих других отечественных звезд, однако теперь на неопределенный срок музыкальный дистрибьютор с ними работать не будет. Сегодня было опубликовано следующее заявление относительно приостановки деятельности и закрытия офисов Universal Music Group в России. «Мы немедленно приостанавливаем все операции в России и закрываем там наши офисы. Мы соблюдаем международные санкции вместе с нашими сотрудниками и артистами из разных стран», указано на сайте Universal Music.